Здравствуйте, меня зовут Дина, мне 26 лет, и привело меня сюда это мое состояние души. То есть я пришла сюда опустошенная, и мне нужна была помощь профессионалов. И эту помощь я получила именно здесь. Я благодарна этому центру и лично Сюзевой Елене за то, что сейчас я абсолютно другой человек, и после программы перезачатия в РПТ я чувствую себя заново родившейся, это действительно так. Я хочу поделиться своими эмоциями, своим состоянием после этой программы. Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. Бывают раздражения, бывают какие-то жизненные моменты, но я думаю, что они бывают у всех, но то, что преобладает в моей жизни — счастье, радость, любовь, я счастлива сейчас. Я хочу, чтобы каждый, кто решится на это, четко знал, что здесь вам помогут. Я пришла с конкретным запросом, я пришла с просьбой, просто помогите мне, и мне помогли. Я счастлива, и я чувствую себя счастливой женщиной, и мне хочется жить. Вообще нереально хочется.